Автор – Горницкий Олег Эдуардович, министр здравоохранения и социального развития Дуйсеновой. Добрый день, прошу вас прокомментировать смысл применения правила предоставления жилищной помощи населению города Караганды, утверждены решением Карагандинского городского маслихата. Жилищная помощь определяется как разница между суммой оплаты расходов на содержание жилого дома и предельно допустимым уровнем расходов семьи. Из этих правил следует, что при расчете суммы жилищного пособия следует производить расчет по формуле. Прошу вас рассказать об этом. Уважаемый Олег Эдуардович, законом о жилищных отношениях предусмотрено оказание жилищной помощи малообеспеченным семьям, расходы которых на оплату коммунальных услуг, содержание жилища превышают предельно допустимую долю расходов на эти цели. При этом при оказании жилищной помощи учитываются нормы площади жилья, обеспечиваемые компенсационными мерами, эквивалентные нормам предоставления жилья на каждого члена семьи, установленным жилищным законодательством, нормы содержания жилья и потребления коммунальных услуг. Жилищная помощь предоставляется малообеспеченным семьям, которые постоянно проживают в городе Астане и являются собственником своего жилища. Значит, жилищная помощь предоставляется в виде денежных выплат, если, например, расходы коммунальных услуг не превышают 8% среднемесячного совокупного дохода за квартал, предшествующего квартала обращения.